Андрей Внуков. Хамский счет. С детства хам успел узнать 10 слов, и все про мать. Хам любил их повторять: раз, два, три, четыре, пять. И вдогонку к ним привесить 6, 7, 8, 9, 10. А потом пришел указ. Это раз. Судит хамов за слова. Это два. А в десятых могут дать 1, 2, 3, 4, 5. И вдогонку к ним привесить 6, 7, 8, 9, 10 суток, месяцев и лет. Скажешь слово и привет. Хам не может вас послать 1, 2, 3, 4, 5. И со зла на стенку лезет 6, 7, 8, 9, 10. Но зато в своей квартире безо всяких 3-4, безо всяких 7 и 8 он жене такое бросит. 9-10 вслед за этим объяснит про маму детям. И совсем уже попроще остальное скажет теща. Хам теперь хамелеон. Знает, где ругаться он. За закрытыми дверьми, как умеешь, так хами. В семьях мы пока что пас. Это раз. Молча слушаем слова. Это два. Третье. И жена, и мама берегут родного хама. Даже маленькие внуки тащат хама на поруки. Так за хамом след в домишке появляются хамишки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всех их трудно сосчитать. Но у нас немало есть их. А меня все это бесит. Так и хочется сказать 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Да боюсь сказать при вас, кто-то действует указ.